Вспышки фотокамер, улыбки и слова поддержки. Сегодня особенные дети – главные герои на церемонии. В подмосковных Химках школьникам с особенностями здоровья вручили именные стипендии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Поддержать ребят приехали представители областного министерства образования. И я уверена, что вот сегодняшнее ваше участие, сегодняшняя ваша победа и тот приз, который вы получаете, это всего лишь маленькая ступенька в начале вашего успешного жизненного пути. Я вам искренне этого желаю, чтобы не было никаких границ для ваших возможностей. Церемония прошла в Химкинской школе номер 31. Стипендию в размере 150 000 рублей получили ребята, преуспевшие в учебе, спорте и творчестве, призеры российских и областных конкурсов и олимпиад. Те определенные конкурсы, которые они проходят в течение всего года, и вот по результатам этого конкурса получают такое награждение. Инициатива исходит, соответственно, от каждой школы, дальше попадает в комитет на рассмотрение, и где результатом становится присвоение вот этой стипендии. Всего стипендию получили 300 школьников Подмосковья. Среди них, конечно, химчане. Стипендию мне вручили за то, что я хорошо учусь, участвую в олимпиадах. В частности, за то, что я являюсь призером олимпиады по обществознанию. Я занимаюсь плаванием. Плавание – это мой козырь. Вот. Я занял самые лучшие места по плаванию. Максимум только 2 медали, второе место. И остальные медали золотые. Многие получили стипендию впервые. Рассказывают, отличная мотивация для будущих побед.